Всем доброе утро, Оксана, говорю всем привет. Оксана, что у тебя выпало? И ты лямку неправильно сделала. Ну-ка стой, расслабь немножко ручку, вот так вот. Все, мы идем в садик, да, Марина? Да. Мы на автобус идем, Оксана, ты же на автобус. Тайсон, доброе утро! Доброе утро, мои хорошие. Сейчас я приду, тебе вынесу теплую еду. Ладно, идем все на автобус. И кто в школу, а кто в садик едет. Да, Оксана? Оксана одета тепло. Многие переживали, что Оксана в одних брючках. Не, она в колготочках там еще. Ну и в брючках, конечно же. И идем в садик. В школу, на автобус, короче говоря. Всем добрый день, дорогие друзья. Я поехала в формулу мебели. Наконец-то, моя койка пришла, которую я заказывала для мальчика в комнату. И я поехала туда. Узнать, завтра должны привезти уже, мне надо доплатить остатки, там 500 рублей, и все. И койка будет на месте. Ладно, едем вместе с вами в город. Я по городу хожу. Нашла я, дорогие друзья, умывальник, тот, который я хотела. Тут Светик уже меня встретил, она сходили формула мебели, оплатили за кровать остатки, там 503 рубля, по-моему, да? 503,50 за остатки заплатили. Завтра нам кровать привезут. Нашла я мойку за 2000. Постараюсь в ближайшие дни деньги найти и купить ее. Там две раковины получается. Очень хорошая, металлическая. Фотку я вам ставлю, покажу. Ну вот, посмотрим, что найду деньги купить или нет. Там видно будет. И останется потом еще мне сместитель купить. Ну, скорее всего, на автобайк, да, возьмем? Там купим, посмотрим. И потом вам все покажу. Погода у нас замечательная. Ладно, идем на остановку. Так, дорогие мои друзья, мы уже домой приехали. Сейчас идем в садик. Со Светой хотела сказать, я купила мойку. Вот так вот. Так, пришли мы уже с садика. Хочу показать, какую я мойку себе купила. Вот такую вот раковину я взяла на два. В одной мыть, другой полоскать. Очень классно, удобно. Также зашли мы со Светой, взяли еще один фартук над мойкой, чтобы сделать. Ну вот расцветка такая же, как предыдущий. И купила я, ребята, сместитель. Да. А, тут картинки не видно. Вот я не знаю, сейчас попробую открыть, вам показать. А тут даже запаковано все. Ну, вот такой вот гибкий. Потом покажем, когда уже соберем полностью. Тогда уже и покажу, раз оно там запечатано. Сейчас не буду. Да, я сейчас многие будут спрашивать, Настя, где ты деньги взяла? Ну, это мое дело, где я деньги взяла. Заняла, если честно, то заняла. А там еще крючки, три крючка купила. Для одежды детям рюкзаки вешать. Папа там прикручивает их. Так, это чек от с этого от сместителя. Все, тумбочку присмотрела тоже к этой мойке. Но пока денег нет брать. И да, вчера муж собрал стол. Потом покажу вам его. Вот такие вот у меня в целом покупочки. А, да, вот картинка есть. Какой он будет, этот сместитель. Вот такой вот. Мне нравится. Я купила то, что я хотела. Сейчас, Света, переодень Мариночку, пожалуйста. В целом купила все, что мне надо. Но я не хочу портить столешницу, поэтому мойку мы оставим на этом же месте. Но тумбочку мне надо к ней купить еще. Надеюсь, на днях куплю. Как денежку получу, долг отдам, потом возьму мойку. Так, что-то свет не включила. Да, включатели не стали менять пока. Ну, вот в целом пока вот так вот. Не будем о плохом, будем только о хорошем. Скоро у меня будет новая кухня, ребята. Я так рада. Вы не представляете. Ладно. Вот такое вот было видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока. Дорогие мои друзья, мы постелили линолеум. И смотрите, что у меня тут дети делают. Ваня, тихо, Ваня. Света, включи свет, тут вообще ничего не видно. Смотрите, что они делают по линолеуму.
ползает, ползает, ползает. Да, Ваня? Ой, пополз, пополз. В коридоре мы тоже линолеум. Вот смотрите, как он сочетается. Кухня, коридор одинаковый, только размер разный. И вот так вот они катаются. Вот так вот. Вот такие вот, ребята, у нас новости. Мы постелили линолеум, пока он будет отлеживаться. И завтра я уже буду обдирать обои в коридоре. Так что вот такие вот дела. Отдеру обои, постелю, поклею свежие в коридоре. Но вот мы решили сделать двойные. Как же вам объяснить-то, я даже не знаю. Но завтра покажу. Тут сейчас темно, ребята бегают, поэтому приношу извинения за шум. Я знаю, что вы мне говорите: Настя, перестань извиняться постоянно за шум. Но это дети, ребята, это дети. Спасибо большое за вашу поддержку. Вы меня все поддержите. Читала ваши комментарии. Огромное-огромное вам спасибо, что вы остаетесь с нами. Благодаря вашим просмотрам я смогу купить в остальные комнаты линолеум, если будет много просмотров. Конечно же, это будет зависеть не только от вас, но и от меня, если я буду больше снимать. Постараюсь. У меня прямо сейчас настроение такое, знаете, у меня уже почти подошел ремонт кухни. И у меня настроение просто навеселе. Сходили мы сегодня с мужем в магазин, купили... Что-то я даже ничего не снимала. Купили колбаску, кофе, сахар у нас закончится, купила сахар. Ну вот в целом я по идее так-то показала то, что я купила. Сегодня раковину купила, сместитель купила. Мне надо тумбу под раковину купить, пока по возможности не получается. Тумба под раковину стоит что-то 2300 что ли, или 2400, что-то такое, не помню точно уже цену, но вот как-то так. Потому что я не хочу резать, ребята, столешницу, там столешница целая, двухметровая, я не хочу ее резать. Я фотографию вам столешницы вставлю, видео, конечно же. И неохота мне ее портить, блин, резать под умывальник, поэтому я решила, что я ее оставлю. Такую, а с другой стороны поставлю умывальник. Куплю все отдельно и поставлю. Напишите вы, как вы думаете насчет моей этой идеи. У меня получается, смотрите, вот здесь будет кухонный гарнитур. А вот с этой стороны будет стоять мойка, стиральная машинка и холодильник. Мне кажется, будет самое то. А вот та стенка будет, ну, как бы такая... Немножко пустоватая будет и небольшой коридорчик. Я понимаю, что места будет мало. Возле окна будет у меня стоять стол, который с лаймом, рисунок лайма такого. И фартук. Вот здесь будет фартук красивый. Я как представлю все это. Знаете, как настроение поднимается сразу. Ну вот такие вот, ребята, у меня новости. Пишите ваши комментарии, как вы думаете насчет того, что я решила отдельно мойку сделать. Но мне кажется, так будет хорошо. Мойка у меня двойная. Как вы видели, я хотела такую, чтобы в одной мыть, в другой полоскать. И я довольна, что я ее нашла такую. Но мне она нравится. Да, я не могу все еще слив сделать. У нас со сливом... это война. Но ничего, я не унываю, я что-нибудь придумаю. А вы оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю крепкого здоровья, берегите себя, берегите свое здоровье. Ну и всем пока-пока!